Та-дам! Сегодня я решила взять двоих буточка и конфетушку. То я всегда по одной. В общем, по одной штуке. Как правильно сказать? Выгуливаю. По одной черепахе. Во. Это сегодня будем с двумя. Так, один тут, а вторая там. Конечно, не с четырьмя, как Катя гуляет. Кате большой привет, кстати. И от будка, и от конфетки. А вот Катя с четырьмя как-то справлялась. А я буду тоже бегать с телефоном, но с двумя. Они тоже в разные стороны разбегаются почему-то. Ставишь рядом, а одна туда бежит, другой в другую сторону. Ну, вроде местность такая не сильно густая. Надеюсь, что не потеряю. Вообще, буток такой резвый. В этом году еще не гулял. Ни бутик, ни конфета. В этом году у них открывается вот сезон как раз. Моя тень. Правда, не бегающая, но ничего. Все еще впереди. Так, я не знаю, на кого смотреть. Точек бежит вообще с такой скоростью. Так, где наша конфета? Вот она. О, если рядом посадить, он же увидит и будет за ней ходить. Ха. Правда, он кусаться будет. Ну, хотя бы рядом. Вообще отлично. Главное не потерять мою сумочку с переносочкой. Я ее поставила. Аж вон она стоит. Под шелковицей. Шелковица созрела, только что нарвала жменьку. Покушала. Черепахам дала. Такая вкусная. Но высоко остались спелые. Уже не достать. Надо ждать. Ну, круто, они рядом бегают. Пока что. Паровозик. Из черепа. Опять так жарко вечером. С ума сойти. Пол седьмого и опять около 30 градусов. Хочется на пляж, на море. Тут в жаре стоять. Куда вы бежите, черепашки? Тут лучше стало. Не надо разбегаться в одну сторону, в другую. А нашли камушек. Черепахи, что-то я замечала, любят находить вот такой какой-то большой камень и листья. Чего им, интересно, не хватает? Цемента. Потому что, смотрю, на камне какие-то цементные наросты. Боже, буток головой машет. Нашел даму. Даму нашел на улице прям. Ну не кусай ее за ножку. Не надо. Ты ж хорошая черепашка. Ты ж хорошей? Да, я на хорошая. Зачем за ножку? Так говорю, как будто бы они так меня поняли хорошо. Прям он взял такую и перестал кусаться. Ну я пыталась хотя бы. Бунька. Ну что ты пристал к ней? Бедная конфета. Думают, наконец-то вынесли на прогулку и тут на тебе пристают. Приходится прятаться. Так, Буд, иди сюда. Вот. Интересно, увидит он ее оттуда? Сразу ищет. Куда? Куда делась? Куда делась дама? Вон же она, прямо перед тобой. Потому что с травы не так видно. Ой. Ну вон, вот. Беги. О. Увидел. Там мне, наверное, хорошо видно. Буточек сквозь траву не заметил издалека. Давайте, походите. Конфета, беги вперед.
С собачкой пришли. Я бы сюда не бежала. А не, она на поводке. Нормально все. Гуляем. Надо издалека, так как-то интереснее. Я вот когда снимаю на камеру, ну так вроде все видно, а потом, когда дома смотрю, вот как-то хочется вот такой именно обзор, видеть больше картинку, что ли, ну так, типа, чтобы было, не знаю, наверное, градусов, да. Под 360, но это совсем будет, конечно, вокруг. Ну, как-то хочется больше видеть. Так есть такие камеры, которые как бы изображение увеличивают, как через, как он называется, такой этот объектив, как рыбий глаз называют еще. Но там, правда, получается как такое полукруглое изображение, полувыпуклое, что ли. Но там зато видно больше. Не знаю, как снимать издалека. Так, чтобы местность была видна. И черепах. На них наводить только. И Бунька. А тебе что говорила не кусать? Иди. Сака. Стыжи. Стыжи черепах. Видно, я как где-то испугалась, просто бегаю. Давай пойдем в другую сторону. Тяжелая. Тяжелая черепаха. Ладно, буду закругляться с видео. Наблюдать за ним. Как-то неудобно и туда переключаться. Тут паровозик побежал. Ура! Нет, ненормально я опять, наверное. Никого нет, значит, все в порядке. Опять камушек нашел. Вот реально, в террариуме лежит сепия, грызи ее. Не, в террариуме неинтересно. О, надо на улице с собой брать. Раскидывать тут такие кусочки белые, они будут бегать и их кушать. Как обычно находят. Бычки всякие. Пусть сепию находим. Надо будет в следующий раз поэкспериментировать. Ладно, буду закругляться с видео. До новых встреч всем!